Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Seven Days to Die. И у нас по плану сегодня очередная орда. Очередная боль, посмотрим какая она будет. После этого мы пойдем, возьмем аирдроп и сразу же пойдем на поиски новых городов. Пойдем куда-то на север, правильно? Нет, не на север. А можно, кстати, и на север пойти. По этой дороге, да, тут, правда, выжженный биом, и по нему не очень мне бы хотелось идти, но в целом можно попробовать. Тут вот выжженный биом, не хочу, пойду лучше на юг тогда, ну его в баню. На юг, даже не совсем на юг, я надеюсь, что здесь будет поворот куда-то в ту сторону, и где-то там, надеюсь, будет еще какой-то город. Уже очень хоть. Оп, так, тихо. Истеричка идет, вон она. Вон. Я ее слышу. Вон она, маленькая, заползла. У меня печки включены, и кроме печек еще работает бетономешалка, костерочек тоже горит. Я готовлю еду, наверное, еду с собой возьму. Сейчас посмотрим. Не дала мне доделать крышу. Сейчас посмотрим, что у нас тут готовится. 27, еще 7 супчиков. Как они вообще? 4, это 4 клетки или 4 чего? Давайте посравним с мясом. А, мясо... А, где мясо? А, мясо закончилось. Мясо закончилось. Не сравню я с мясом, значит, да? Жалко. Стоп, куда я смотрю? Нет, все правильно, тут мяса нету. Чаек с собой возьму тоже. И возьму с собой на всякий случай стак спирта. Стак спирта, чтобы, если что, бегать по ночам, может быть, придется. Может быть, посмотрим. Я надеюсь, что путешествие будет не очень долгим. Не хотелось бы его на всю неделю, а то и не на одну затягивать. Но тут уже как получится, нам нужно найти... А вон и ферл. О, смотрите, ферлы теперь днем бегают. Красота какая. Но вы понимаете, что это значит? Что у нас двойная орда сегодня будет. Блин, я думал, она сдохла. А она нифига не сдохла. Пока мы будем этих ребят... А, все, он уже не бегает. Ему просто некуда бежать, наверное. Блин, ребят, я там только построил. Не надо. Не гоните. Так сильно. Так, давайте тогда возьмем. Блин, взорвался, зараза, все равно. Не успел его добить. Вон еще одна истеричка идет. А, ну вроде перестали спауниться. Это хорошо. То есть тут как-то или не полная орда, или только когда она нас чувствует, тогда вызывает. Но ферл, он зараза ходит. О, исчез? Ну, они тут типа исчезают, когда им не на кого. Блин, это повезло ей. Когда им не на кого нападать, они исчезают. Так, ну хорошо. Это не страшно. Полуторная такая, не двойная, а полуторная у нас орда получилась. Почему тут у нас трещинки? Это еще, наверное, с давних времен. Все? Ты убилась там, я надеюсь? То есть, по идее, истерички вызывают такую орду, какая может к нам прийти ночью. То есть, у нас уже и ферлы будут. По идее. Ну, посмотрим. Так, ну я напомню, что основная наша задача это избавиться от вот этих шипов, поэтому мы будем стараться, чтобы орда
если пойдет, то шла где-то в той стороне. Это нам больше всего нужно, чтобы потом не перестраивать все. С другой стороны, если мы уйдем надолго, блин, ну придется. Нам в любом случае нужно сваливать. Тут как бы выбор у нас небольшой. Так, ладно, выкладываем. Нам лопата нам не понадобится сейчас. Топор не понадобится. И эта штука нам тоже не понадобится. Оставим побольше места для... На всякий случай мы что-нибудь там подремонтируем, да, для всякого барахла такого. Да, да, что нам еще остается? Ничего не остается. Ну и ждать прихода. Прихода. Да, так, я хотел еще посмотреть, что там с навыками у меня, пока мы все равно ждем. Статистику еще хотел глянуть свою, этого персонажика. 102 зомби уже убил. 55 уровень, всего лишь 55 уровень. Как я понимаю, это очень-очень мало, как бы, да, для, ну, многие намного больше уровней успевают взять. Может быть, играют, просто у них день может быть больше, да, к этому дню. Ну, многие пишут, что у них там уже на 20-30 день, там чуть ли не 100 уровень. Вот. А я немного отстаю. Ну, может быть, просто время, как бы, да, разное, и настройки можно там какие угодно поставить, поэтому пофиг. Так, а еще я хотел взять на всякий случай пуховик. Вот этот возьмем. Так, и вот это надо выключить, точно. Сейчас я еще на навыки хотел глянуть. Кстати, стак спирта я с собой сразу возьму. Пуховик возьму, потому что ночью дождь будет, да, поэтому передавали на эту ночь дождик проливной, поэтому будем от него как-то спасаться, если будет холодно. Так, что у нас тут? Тут глина, где цемент, точнее, где мой цемент? Давайте еще 200. О, еще 500-очку можно сделать, красота. Так, чуть больше нам надо камня взять. 505, отлично. 1000, еще одна есть. 1000 тут. Давайте ее сюда переложим. Ну, неплохо, в принципе. Зацементировать можно будет уже немало. Так, камень тоже выложу. Полчасика. О, да, я говорил, будет гроза. Будет гроза. Идем наверх. У меня там, правда, факелов нету, кстати. Может, поставить хоть как-то? А, у нас фонарь есть. Зачем нам факелы эти? Какие-то дурацкие. Попробуем стоять здесь на начало всего этого безобразия. Как красиво солнце заходит. Кровавый закат. Так. Вот истеричка мне здесь сейчас не нужна вообще. Может, бинты сюда положить куда-то, вместо фреймов, например. Так, надо оружие все перезарядить. Давайте. Окей. Тут есть. Тут тоже есть. Так, истеричка, слушай, ты тут как-то немного не в тему. А теперь она меня видит по-любому, чувствует, да, и она сейчас будет еще вызывать. Ну, окей. Арчери 16. Блин, как медленно арчери качается. Ну, я как бы, да, стрелять только недавно начал, можно сказать, поэтому. И качается медленно. Так. Давайте бить истеричку, наверное. По возможности. Я не хочу пока что проверять наши укрепления на прочности, которые там у нас, да, новые. Я все же хочу постараться избавиться вот здесь от колючей проволоки и от вот этих вот шипов с этой стороны. Давайте вон по ферлу будем фигачить. Пока из лука постреляем. Оставим огнестрел на потом уже, если что. Спешить особо не будем. Ребята, кстати, говорят, что орды идут таким... Ой, ты быстрый какой. Слушай, где ты там лазишь, истеричка? Чертова. Пока полицейских, короче, нет, можно немного пострелять. Так. Лутануть бы его, конечно, ферла этого.
Убили. Ферл, пройдя через гору шипов, таки помер. Ух. Так, давайте переместимся, может быть, куда-то сюда. Пёсики. Ненавистные псины. Тихо, не подымай голову. Вот, хорошо, молодец. Левелапчик. 56-й мы взяли. Блин, кажется, что там все-таки кто-то ломится с этой стороны. Оп! Как бы мне этого не хотелось. Причем так бодренько они. Давайте я лучше все-таки буду тут стоять. Может быть, новые будут спауниться где-то здесь и идти сюда, в эту сторону. Так, кто там? Где этот? Вот он. Полицейский. Мы его... Нет, мне показалось, что мы его убили. Он просто готовится блевануть. Ненавижу их. Так. Секундочку, секундочку. У меня тут, короче, орда ломится на базу, а в реале у меня кот в двери ломился. Я думаю, что происходит вообще? Вот котейка решил зайти к нам в гости. Блин, ну слушайте, тут все не по плану. Давайте тут как-то спавниться. Алло. Алло, я здесь. Прием. Надо, может, двери там тогда позакрывать хотя бы. Это у меня там... Нет, не все открыто, но открыто частично. Вот, кстати, то, что я говорил, можно, ребят, тут лутать сразу. Если вдруг что. Вот военного, да? Давайте лутанем его. Сразу. Вот, блин, зараза, поломал. Вот тот вот труп. Книжка какая-то. Ух, смотрите, сколько военных. А ну, давайте, сейчас мы их... Вот так. Ну, они там немного дальше, чем надо. Там я их лутануть не смогу. Вот этого смогу. На тебе, по заднице. С дробашика. Это было мимо немного. Так, где ты? Алло, малыш, ты где? Вернись сюда, пожалуйста. Двери мне ломать не надо. Так. Зомби-воркер. Зомби-воркер, говорю. Жилетик какой-то слабенький такой. Мимо. Блин, подойди поближе, дружок. Ну куда вы все идете, ну? Блин, не в ту сторону совсем. Надо пойти вот тут вот двери закрыть на всякий случай. Хотя тут никого вроде бы нет, никто сюда и не ломится. Давайте пока полутаем, ребят. Вот это возьмем обязательно. Докуда мы тут еще дотянемся? Вот этого тоже можно будет посмотреть сейчас. Так, майка не надо нам. Все военные помрут где-то там, если помрут вообще. Лопата. А, это простая металлическая, да, это не... Не такая, о! Закончились. Они усердно ломают двери-то. Так, от одного избавились. Блин. Я не взял с собой сталь. Блин. Бодро головой дергают свои.
Так. Прибор ночного видения. Нет, тут надо пойти за сталью, скорее всего, все-таки. Потому что сейчас зайдут и привет. Этого мало. Так, да, тут... Нет, не тут было. Вот тут бы 400 стали взял. Вся моя сталь. Дверь, держись. А, смотрите, как она молодцом держится. Замечательная дверь. Была... Блин, гранатометом туда зафигачить. Вот это было бы тема. Так, хорошо. А ну-ка вообще. Идеально, идеально. А, я не могу его, не достану, я не вижу его. Ой-ой-ой, это плохо было. Я, мне кажется, попаду по двери, да? А, нет. Ха. Хорошо. Просто разорвали его. Как бы мне туда поставить все-таки? О, стальная лопата, смотри, приятно. Как бы мне туда все-таки шипы поставить? Ух ты, елки-палки. Так, military fiber мы подобрали. Не, надо, короче, их просто сейчас отвести, попробовать, может быть, как-то я смогу на шипы куда-то сюда. Ребята, ну... Нет. Во, во, молодцы, молодцы. Я тут, алло. Алло, я тут. Блин, я сейчас пока буду бить этого, то новые сейчас сюда сбегутся. И опять все будут зациклены на двери. Ну, смотрите, как минимум барона здесь стоит недурно пока что. Пока ферлы не пришли, да? Пока нет ферлов. Ой-ой-ой, это, наверное, не надо было делать. Ну, как бы надо, но не особо. Ой, опять, ладно. Не-не-не, мне не нравится тут стоять. Это очень плохо, когда шипов уже нету. Надо отвезти их куда-нибудь. Так, ну. Вот так тебе в голову. 13 патронов осталось. Давайте. Тут нам тоже как бы от шипов надо бы избавиться, да? Но не так сильно, как с той стороны. Я бы все-таки предпочел первым делом ту сторону. Проапгрейдить, молясь. Так, вот на тебе. По ребрам. Все, тихо стало. У нас час еще один остался. В целом нормально. Не по плану немного пошла. Орда не в той стороне заспавнилась, на которой мне бы хотелось, чтобы она заспавнилась. Но мы все-таки... протестировали нашу оборону. С другой стороны, если они будут все время с этой стороны идти, да, то нам даже так, в принципе, лучше будет. Арчери подняли. Так, идем двери подремонтируем. Еще разок.
Давайте попробуем как-нибудь там поставить шипы. Нет, не получается тут никак. У меня есть план один. Вот такой вот план. План капкан. Дверь открыта, заходите, не тупите. Вот, кстати, вот эта вот фишка, почему ребята говорят, ну, многие просят, чтобы я ров вырыл. Разницы никакой, будет ров там, не будет ров, зомби падают на первый шип, ломают его, а дальнейшие шипы разбивают ручками без каких-либо проблем вообще. Поэтому от рва толку никакого нет. О, кстати, смотрите, военный шлем. Тоже приятно. Воу-воу-воу, тихо, закрывай. Что-то пошло не так. Немного, давай. Какая-то хитрая зомбятина вот это оказалось. Обманула систему. Непорядок, короче. Все, давайте лутать. Так, а мне казалось, что мы какую-то книгу тут находили, нет? Мне показалось, или мы не успели ее там лутануть, или еще что-то произошло. И книги у нас нету вовсе. Слушайте, да оставьте вы мои двери в покое, они открыты. Что они вам такого сделали? Почему вы не просто не пройдете? Ох ты, елки-палки, что здесь творится? Мы можем обойти. Сейчас по-другому их просто попробовать выманить, спрыгнув где-то с вот этой вот стороны. Аккуратненько сейчас куда-то сюда, да? Оп. Спрыгнули, может быть, это как-то их заставит к нам подойти. Карта сокровищ еще одна. Чудесно. Наконец-то они успокоились. Так, там... Там книга. Худ... Чё, капюшон какой-то? Схема какого-то капюшона? Понятно. Давайте карту сокровищ прочитаем. Раз мы можем... Блин, надо теперь обратно идти, выпрыгивать отсюда. Я, говорит, их... А, теперь сломал ногу таки. Ну, вроде не особо сильно. Так. Жалко, военных зомби не осталось в живых. Так, пойду, короче, я что-нибудь полутаю здесь. Давайте еще бинтиком одним за это забинтуемся. Так, очки нам не надо, это не надо, это не надо. Это скрапаем. Идем дальше. Может быть, найдем еще кого-то из выживших военных. Ну, в смысле, остатки военных. Не очень выживших, но в общем. Так, вот это мы возьмем. Так, что там? Никого, никого. Это мы лутали, это мы лутали, это мы лутали. Лутали, сюда не достали. Нам одежда не надо, спасибо. Блин, а книжка ж там была, да? Мы вроде бы лутали книгу какую-то. Или мне показалось, это была не книга, что-то, я не знаю, или книга, но... тот зомби, у которого была эта книга, мы не успели ее забрать, и там просто все лопнуло.
Воу-воу-воу, смотрите, он таки приполз к нам, я в шоке. Он таки справился, я думал, он не сможет. Думал, он не осилит. Так, это мы скрапаем. Rocket Launcher Receiver, вот это вот, наверное, один из военных. Так, вот это мы тоже берем. Скрапаем, скрапаем, скрапаем. Молодец, молодец, хороший зомби. Хороший зомби, мертвый зомби. Так, что у нас дальше? Тут вот еще кто-то. Бутерброды твои. А, так, лопату мы тоже скрапаем. Эту мы соединим с нашей. Это выкидываем. Это выкидываем. Доллар скрапаем. Понял. Значит, не скрапаем. Это можно вообще не париться по поводу этого. Так, давайте аккуратненько зайдем сюда. В наши баррикады. Еще, блин, короче, у военных, наверное, в основном запчасти только для этих, для ракетниц. Практически бессмертный получено достижение. Так, хорошо. Там, кстати, вон валяются какие-то ошметки. Пойдем посмотрим. Ничего вроде больше не валяется, да? Еду возьму. Может, пригодится нам в путешествии. Так, ничего из этого меня не интересует. Есть еще здесь что-то интересное? Вроде есть. Ну, может быть, как минимум, дерево. О, патрончики для 7.62. Вот это хорошо было. Ну, вроде бы все. Но мы пока очень бодренько держимся. Пока у нас уровень не такой большой, да? И орды приходят тоже не такие уже крутые. Даже он не это, не удосужились двери нам доломать. Стальные. Топовые двери. Кстати, может, они не топы. Может, их можно еще как-то проапгрейдить. Я не пробовал. А может, и нельзя. Может, они топовые все-таки. Так, это нам ничего не надо. Ну, кстати, я могу бандану одеть. У меня бандана похуже. Это можно выкинуть. Так. Вот эти штуки мы берем по-любому. Их можно будет в одну объединить. И получить весьма неплохие перчатки. Очень-очень... Я просто... Просто в шоке. Вот это я прифигел. От неожиданного поворота событий. Вот это военные зомби. Видимо, снайперки у них тоже бывают, как мы видим. Вот это да. Вот. О, детка! Вообще! Топовая орда. Топовая орда. Мини-байк для имбецилов. Руководство не специальное. Это просто прекрасно. Это да, да, да. Как хорошо-то все зашло. Обалдеть. Нам даже никуда, короче, ходить не надо. Нам зомби все принесут. Даже снайперку принесли целую. Еще один Rocket Launcher. Не, надо нерфить. Надо обязательно нерфить этих зомби дурацких. По-любому, потому что это что-то нереально как-то. Халява такая. Так, ракету тоже возьмем. Просто нереальная халява. Так, читаем. Сколько времени? Еще 7. Хорошо, время он... О, боже мой, еще пистолет. Один. Так, где-то тут вот remains. Так. Скрапнем. Сможем, сможем. Вот это да.
Мы теперь можем уже никуда не идти, а попробовать собрать байк и просто поехать потом. Это будет очень даже интересно, мне кажется. Раз такое дело, раз нам так нереально повезло. Так, все вроде бы, да? Вроде бы все. Я ничего ремонтировать сейчас не хочу. Меня все устраивает, в принципе. Пойдем сейчас, короче, разбираться, что там для байка нужно. Это очень круто. Топливо нужно, как минимум. Но у нас немного есть, но совсем немного. Это нужно будет ездить, лутать, машины разбирать интенсивненько. Но это все равно, это хорошо, это очень хорошо. Так, давай, давай, запрыгивай. Беру на всякий случай, ладно, неважно. Вот это да. Так, время много. Надо сейчас быстренько разобрать хлам. А, перчатки. Давайте соединим сразу перчатки. Так. И у меня есть такие же. Вот, это хорошо. Одеваем. Выкладываю оружие. Оружие мне не понадобится сейчас в любом случае. Целый рокет-лаунчер синий. Шикарный рокет-лаунчер, снайперка целая, обалдеть. Вот это... Я уже молчу про... всего лишь одна СМГ, или я просто не взял? Мне казалось, что их было больше. Ну, может быть, мне просто казалось. Ну, прибор ночного видения мне не надо, но я его все-таки оставлю. Ресивер для рокет-лаунчера. Давайте сейчас патроны выложим пока что, нам они не надо все равно. 5 ракет есть, и это еще в каждом рокет-лаунчере ракеты есть, да? Чума просто. Так, вот это мы сюда выкладываем, а еще вон одна запчасть для рокет-лаунчера тоже. А, так, там где у нас один... А, наверное, в инструмент пока скину вот это добро. Лопату давайте тоже... А, где моя лопата? Где моя лопата? Это нам надо, это нам надо, это нам тоже понадобится. Ну, а, кстати, зачем мне лопата сейчас? Если мы все равно уже никуда не идем, походу. Так, я хотел... Давайте. Еще один квестик на карту сокровищ. Шлем мне вот не надо. Вот что-что, шлем мне не надо. Каска с фонарем гораздо приятнее смотрится. И гораздо интересней. Так, оружие тоже выкладываем, вот это. Все это нам не нужно сейчас будет. Быстренько соберем airdrop, и я тогда, раз такая халява, то мы никуда не идем. Будем сейчас смотреть, что как там, и пытаться собрать этот байк. Раз нам так повезло все-таки. Так, короче, все, выкладываем. Жарко, да? Жарко. Но куртка мне, наверное, таки не понадобится тогда. Это возьмем. Теперь нам и гаечный ключ понадобится, очень понадобится. Поэтому тоже его возьмем. Так, части я вот эти пока сюда складываю. Смотрим, время, время, хорошо. Байк, давайте смотреть сейчас. Да, боже мой. Мини-байк шасси. Крафтим. Давайте, может, парочку скрафтим на самом деле. Одна будет запасная, если вдруг что-то пойдет не так. А что у нас еще есть для мини-байка? Руль. Хэндл. Давайте возьмем. Вот. Кожа. Одна запчасть, пайпа, 6 пайпов надо скрафтить, вот этих немного, кожа тоже здесь была, кожа, сколько там изоленты было? Сколько там было изоленты? Как мы выезжать будем отсюда, я еще не подумал. Вот. Как это? Подождите, это, наверное, крафтится вот здесь все-таки.
Кто-то там лезет к нам. Кто-то хочет в гости прийти. А, нужно пайпов еще 5. И все, да? Пятисоточка. Пайп. Давайте 5 штук. Скрафтим. Пятисоточка — это хорошо. Ну, давай. Так, время 10. Еще как бы есть. Немного у нас. Крафтим вот это. Потом вот это. Тоже пятисоточка. Так, изолента. Подожди, как ты, что? Почему? Ага, вот. Свет, электроника, еще 2 пайпы. Свет и электроника. Свет есть, корзина есть, колесо есть, батарея надо... А двигателя нет, вот подстава. А батарея надо нам вот такая? Или для чего они нужны, батареи? 1500 топлива есть. Так, а шины можно соединить, кстати? На этом деле можно, хорошо. Так, что там, нужна еще электроника, по-моему, ну вот эти штуки надо были, да? Угу, берем. Там что, еще одно вторжение, я не понял. Так, есть. А, надо, да? Да, надо еще одну эту ленту. Так, хорошо, что мы набрали с собой этого добра. Да, блин, как оно меня бесит. Каждый раз писать приходится заново. А, вот это нам нужно. Так, крафтим. Угу. Что еще нам? Ну, двигатель, собственно, сам по себе нужен, да? Двигатель. Корзина у нас есть. Нужно будет тоже найти, поменять корзину. В принципе, мы можем поставить и посмотреть, мне кажется. Да? Без проблем. Давай, ставь. Теперь смотрим. Батарея. Корзина, ручки, колеса. Это что такое? А, седло. Ну, седло, сиденье. И все. Ну и двигатель. И двигатель. Так. Хорошо. И мы... А как мы раньше его забирали? По-моему, как-то вот так, да? Вот так, отлично, работает. Все по-прежнему. Седл, как там делается? Сит, наверное, да? Что там, как было? О, сит. Лента, кожа... боже мой, ну вот это зачем? Так. А, дроп. Я забыл про дроп. Я так увлекся байком, что забыл про дроп. Вот это да. Да, иди гуляй. Я так увлекся байком, что реально забыл про дроп. Мы его не найдем, скорее всего. Че так... А, у меня нога поломана. Да. Че же так медленно бегу, действительно? Че ж такое-то? Мы его, наверное, не найдем. Но лучше байк, чем дроп. Правильно? Правильно. Байк, он реально очень нам поможет. Че я плыть решил, я не знаю. Потому что истеричка Орду наколдовала. У нас двойная все-таки, да? Все-таки двойная. С этими истеричками никак по-другому. Так, я вот прямо мучусь. И посмотрим. Вот четенько, да? Как только я выйду на берег, надо будет сейчас эту... Во-первых, бинт надо будет сделать, шину на ногу положить. И как только на берег выйду, надо будет метку поставить, чтобы я знал примерно, в какой стороне дропчик. Так, надеюсь, за мной орда там не бежит. Собаки там, надеюсь, за мной не мчатся. И как раз гаечным ключом будем разбирать сейчас машины, пока не найдем двигатель. Пока не найдем двигатель. Так. Ну, давай. А, блин. Все пропало. Где-то там, короче.
Где-то прям в городе, наверное. Ну, короче, нам по пути. Нам как раз нужно в город. Так, а что нам на бинт нужно? Кроме вот этого дела, нам все равно три штуки этих нужно собрать. Давайте, может быть, больше соберем. А может, ткань у меня, кстати, есть, да? Кроме ткани. Кожа. Так, рецепты. Где ты, зараза? А, вот сплинтик есть. Дерево там нужно было. Идем, короче. Используем. Жалко, сиденье не успели скрафтить. Если бы успели еще скрафтить сиденье, то мы были бы просто уже готовы собрать байк, как только найдем двигатель. Вот это, конечно, жаль. И хлам не успели повыкладывать. Но я увлекся реально. Ну просто очень-очень так все неожиданно и очень сочно получается. Теперь, когда у нас будет байк, то уже проблем у нас будет гораздо меньше. Можно будет в любой город поехать, это не займет много времени. Можно будет хорошо, очень хорошо разведкой заняться. Так. Да я... А, ты пить хочешь? Блин, он реально пить хочет. А у меня... Не, я могу, конечно, спирт охлобыснуть и сделать из алоэ что-нибудь. Где все кактусы? Но мне там этих парочка... Хотя можно спирта напиться сейчас по полной программе и сделать пару банок с алоэ. Так, давайте смотреть. Сколько? 6 штук. Нам надо еще 2. Отлично. Так, пьем спирт. Так. Делаем 2 сока. Хорошо. Я что-то опьянил прям хорошо так. Здрасте. Так, ну мы уже достаточно далеко отбежали. Мог дроп упасть в воду или нет? Вот что интересно. Ну, вроде так особо не видно. Давайте пока тут зомби рядом не будем сильно плавать. Так, пьем. Пьем. И побежали. Уже полегче немного стало. Еще можно... пару юки ломануть и еще попить хорошо. Так, давайте сейчас. Тут так красиво можно посмотреть через это, но не вижу пока под водой ничего. Ладно, значит пойдем по суше. Мы ловили уже дроп в воде, я уже не помню. Или не ловили. Эп, промазал. По кактусу. Так, время много уже тоже. Будет смешно, если я сейчас приду, а дома до сих пор будет эта орда вся. Которую нам истеричка наколдовала. Я уже и хавать хочу, ну можно ту же юку поесть. Универсальный... продукт. Выжил, попил. Не выжил, поел. Отлично. Так, это камни большие. Давайте на холм поднимемся и лук возьмем. С луком понять. Что, чё я? А, я мокрый, потому что я нырял немного. Так, это все камни. Где же ты, дропчик? С такими зомбями, да, которые сейчас уже начали приходить, нам уже никакой дроп не нужен вообще. Можно его смело было отключать и не париться, не тратить это вот полдня времени на поиски какого-то хлама, который может
заспавниться там. Но мы все равно сегодня в город идем. У меня хоть и инвентарь загружен, но место для двигателя я найду. Мне сейчас только важен двигатель. Все остальное не так важно. Мы тем более, если будем в город еще ходить, а мы не будем ходить, мы будем ездить. Ну, не знаю. С дропом, короче, у нас, по-моему, не судьба. Я уже, по-моему, очень далеко иду, да? Так, ну что, ребят, кто подскажет, где мы дроп потеряли? Кто подскажет, кто расскажет, где мы дропчик пропустили? Ну, тут как бы было очевидно, что мы слишком поздно. Ну, не суть. Так, город у нас там сразу заметочкой, да, поэтому идем смело. Где мы вообще посмотрим, давайте? А, вот, да, уже близко. Тут он может быть где угодно совершенно. Я ничего не вижу. Все эти камни, они мне все как дроп. Я куда ни посмотрю, у меня везде одни дропы тут. Дропы, дропы. Короче, пойдем в город тачки разбирать в поисках двигла. И, наверное, на ночь останемся в городе. Ну, или если... А, седла нету точно. А седло мы ручками не скрафтим? Это надо будет проверить. Может быть, если повезет, то мы ручками седло скрафтим. Так, ну что, машины, давайте, пошли. Где вы? Зомби меня не интересует, курочки тоже не интересуют. А вот тачки, то, что надо за заборочком. Блин, смотрите, на крыше заспавнилась. Зараза. Мы себе можем колеса еще... Ну ладно, места нету сейчас у нас, да, для сбора десятка колес, чтобы сделать топовыми их. Нам придется много места потратить на разбор вот этого добра. Так, по-моему, мне ребята говорили, что шанс найти нужные запчасти нам больше именно в целых машинах. Поэтому, может быть, давайте сейчас пробежимся немного, поищем именно целые машины. Топливо сейчас, по-моему, больше падает, потому что раньше, по-моему, гораздо меньше топлива мы получали с машин. Может, мне это кажется. Хотя, чё, зачем пропускать... Тачку такую. Бумагу выкину потом. Радиаторная решетка. Тоже не хотелось бы ее выкидывать, но... Скрапнем. Так, ну чё тут? Короче, сейчас вот это вот все будем разбирать, походу. Будем просто бегать от машины к машине и лутать. Убегая от этих ребят. Ну, в смысле, не лутать, а именно разбирать, да? Так, у нас кожа есть. Вот это скрапа насобираем. Целую гору. Тихо. Рычат они тут, понимаете ли. Блин, электроника. Места нету. Теперь вообще ни на что. Надо отойти. Ща я вернусь. Погодите. Давайте, все за мной. Так. Это мы оставим. Бумагу я выкину. Камень я выкину. Ну, пару места есть. Утонуть перед тем, как разбирать железный топор. Ну, место на него занимать уже. Хотя его можно скрапнуть неплохо. Так.
двигатель. Так, сейчас посмотрим на него. Вполне неплохой такой двигатель. Ладно, хорошо, мы тогда сейчас уйдем. Мы можем даже домой успеть сходить. Надо посмотреть. Седл мы сделать можем. Как? Сид. Не седл, а сид. Верстак нужен обязательно. Ладно, тогда домой. Тогда домой. У нас есть все, что нам надо. По дороге домой, блин, тут, правда, ничего не видно, но мы можем... Можем попробовать все-таки поискать дропчик по дороге. Сколько у нас... неплохо, топлива тоже хватает вполне. Я ж без сидушки ездить не смогу, правильно? Как я понимаю. Так, идем вот по прямой, да, как мы метку примерно ставили. Так будем идти. Может быть, встретим этот аирдропчик. Вот, но я не расстроен, что я его не нашел. В этой серии очень-очень много всего было полезного найдено. Мы сейчас придем домой, докрафтим еще байк, и ну, все супер будет вообще. Лучше просто быть не могло, даже если бы мы дроп нашли. Снайперка у нас есть, да, маленькая, да, ну, в смысле маленькая того, что по качеству маленькая. Но все равно снайперка, как-никак. Ну, блин, вот, туман жалко, конечно, блин. Кактусы еще дурацкие. Если бы не туман, все было бы еще лучше. Так, ну теперь нам что? Нам теперь штангенциркуль только нужен для... Вот вообще для полного счастья. Будет штангенциркуль, мы уже сможем делать патроны. И у нас есть все оружие, которое нужно, чтобы постоять за себя, по большому счету. Осталось только реально штангенциркуль найти, и все. Да. Ну, я имею в виду все чертежи, да, оружие. Осталось только найти качеством повыше. Но это уже такое, мелочь. Вон мешок, по-моему, валяется. Хантинг райфл. Думаю, можно взять. Хотя у нас снайперка есть, зачем нам? Ну, снайперка, да, наверное, у нее урон будет мелкий совсем. Так, что, вода уже, да? Плывем? Или не плывем? Или надо было, может, обойти пешочком? Как мы, где мы вообще? А, ну да, идем по берегу, наверное, плыть. Дольше будет, наверное. Так, и надо будет подремонтировать еще этот... Дверь нашу стальную, многострадальную, которая очень сильно пострадала сегодня. Реально очень прочная оказалась дверь, я даже не думал, что она будет такой прочной. Но ребята говорят, что ферлы в разы сильнее бьют, чем обычные зомби. Если бы, может быть, ферлы били, то совсем все по-другому было бы. Так. Теперь нам осталось еще ворота дома сделать, да, ворота, чтобы мы могли на байке заезжать, выезжать. В принципе, этим можно будет уже заняться тогда, раз такое дело. Это хорошо. Так, сейчас главное ворваться домой как-то так, чтобы нас истеричка не подловила. А то тут темно, вообще не видно ничего. И даже если истеричка где-то будет, то я ее просто-напросто не увижу, даже если очень захочу. Так. Поэтому надо аккуратненько. А вон, кстати, у нас еще машинка тут была. Но нам одной бы точно не хватило, поэтому пофигу. Аккуратненько, быстро забежать через нашу эту дверь многострадальную. Отремонтировать ее, покушать, да, согласен. Было бы очень неплохо. И в следующей серии, наверное, мы уже будем байк крафтить. Сейчас домой давайте доберемся. Как раз вот до темна успеваем. Там кто-то сверху есть. И тут кто-то есть.
Ай, блин, я не увидел ее. Колючка эту дурацкую. Дверь снесли. Вы смотрите, что творится. Все-таки снесли. Не успел ее доремонтировать, к сожалению. Все же ее снесли. Ладно, давайте мы закроемся. Сейчас скрафтим все-таки седло. Вот так, через EA. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Можем еще камня цемента поплавить. О, 1000 еще. Красота-то какая. Красотища. Так, у меня камня уже не хватает. Нужно уже будет идти камень фармить такими-то темпами. Все правильно, сюда нам. Так, это выкидываем, это выкидываем. Фонари, а нам надо будут фонари? Не надо будут фонари там. Тут уже даже тоже все переплавилось. Окей. Так. Ладно, пока не будут ничего делать, давайте просто я эту печку выключу. Желез... Нет, надо, наверное, глины закинуть. Пару стаков, без проблем. Да пусть себе работает. Или, вот этой штуки нам тоже надо бы... Ну, если не 100, то еще 200 можно будет сделать. Пригодится. Так. Или давайте сейчас быстренько байк соберем уже. Раз такое дело. Да подожди ты, хавать хочет он, понимаете? Или тут байк собираем, а он с едой со своей. Так. Тоже 500-очка. Ну-ка. Все. 4000 прочность, качество 472. Так, надо его заправить, да? Заправлять нам как? 250, 250, 250, еще 250. Слушай, а сколько в тебя заправляется-то? О, все? Или это у меня закончилось? Ага, вот он. На 100% заправленный, у меня еще немного топлива есть. Ну, немного, это нужно будет сейчас реально упороться и походить поразбирать машины, чтобы топливо наделать, потому что пока что топливо я... делать не могу. Давайте проверим. Ни одним способом не могу. Потому что нужен чертеж. Или не нужен чертеж. Может, вот здесь, если делать через кукурузу. Ну, это, короче, это такая морока, вот это вот топливо таким образом. А может, там много делается? Ну, давайте сейчас проверим. У меня где-то было биотопливо немного. Я скрафтил. Что там еще надо было? Кукурузная мука и вода, да? Все здесь. И... Не осталось больше. Я все потратил. А, я, да, из всего спиртяку наделал. Не, нам нужен этот, как ни крути, чертеж без схемы. Я ничегошеньки сделать не смогу, поэтому да, поэтому все равно. Но все равно, это очень серьезный прогресс. Байк весьма-весьма облегчает жизнь нашу будущую. И теперь можно будет путешествовать спокойно по миру. Ну как спокойно? С топливом пока непонятно, что да как, но можно. Но можно обязательно. И нужно будет тоже, да. Хорошо. Удачная очень серия получилась у нас. Это будет более... Какая у нас? Пятая. Удачная. Вот. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.